сыра озорник, любитель книг, ласкач игрок, жизнь между строк. И потому открыт ему незримый путь в любую суть. Танец вапного гения на страницах произведения. Эта игра без сомнения обречён лишь на поражение. За час прочтет он вас, он волен взять и поменять строку и с ней смысл темы всей. Танец лапного гения на страницах произведения. Это игра без сомнения, а причем и что поножение. Облечён и что поражать нельзя.